здравствуйте, дорогие друзья, здравствуйте, мои хорошие. Сегодня мы опять поговорим с вами о тех неизведанных путях, которыми Господь ведет человека к спасению. Одни христиане подвязаются в обителях, другие терпят гонения за Христа, а третьи проводят жизнь с виду ничем не примечательную. Но что удивительно, и те, и другие, и третьи нередко удостаиваются равных почестей от Господа. И вот красноречивый тому пример. В один день церковь празднует память мученика Уара, благочестивой вдовы Клеопатры и ее сына Иоанна. В земной жизни они даже не были знакомы. Что же соединило их? Святая вера и безграничная любовь к Богу. Вот послушайте, как все было. В начале IV века жил в городе Александрии военачальник по имени Уар, тайный христианин. Почему тайный? Потому что в армии он был окружен идолопоклонниками и опасался открыто исповедовать свою веру. В ту пору началось жестокое гонение на христиан, и тюрьмы наполнились узниками. Уар под покровом ночи приносил пищу заключенным, снимал с них цепи, омывал их раны. Однажды в Александрийский каземат были брошены 7 христианских учителей. Твердо исповедали они свою веру перед нечестивым судьей, и теперь спокойно ожидали своей участи, зная, что помилования им не будет. Ночью к ним пришел Уар и попросил: «Братья мои святые, помолитесь обо мне, владыке Христу. Нет у меня такой твердости, как у вас, и ничего достойного не могу я от себя принести ему». Узники соборно вознесли о нем молитву, и в душе Уара не осталось ни страха, ни тревог, ни колебаний. Он решил не отлагать своего подвига, всенародно исповедать Христа перед судьей на следующее же утро. На заре один из христианских учителей тихо предал свою душу Богу. Остальные 6 были представлены на суд свирепому наместнику. «Не 7 ли их было, а теперь только 6? Где же 7?» – спросил он. И тут раздался громкий голос Уара: «7 я! Один из мучеников уже предстал Христу, а меня оставил наследником своих страданий. Я тоже христианин». «Кто это такой в воинских доспехах?» – прохрипел наместник. «Это воин Уар, командир когорты», – ответили ему. Не хотелось тирану лишаться такого воина. И он принялся уговаривать Уара принести жертву идолам и спасти свою жизнь. Но тот лишь мужественно смотрел в лицо наместнику и отвечал, что никакие земные богатства и почести не отвратят его от Христа. Тогда по приказу наместника Уара подвергли мучениям. Святой воин твердо претерпел все до конца и предал свою душу Господу. Истерзанное тело тиран повелел выбросить за город на общую свалку. В ту же ночь одна благочестивая вдова по имени Клеопатра тайно похоронила мученика Уара. А спустя несколько лет, когда гонение утихло, она с почестями перенесла его святое тело из Александрии на свою родину, в Палестину. Был у Клеопатры сын Иоанн. Когда он подрос, мать определила его на службу в царское войско, а сама занялась постройкой храма в честь мученика Уара. Вскоре храм был готов. На его освящение Клеопатра пригласила епископов и священников, а также вызвала из армии своего сына.
Вечером, во время праздничной трапезы, Иоанн внезапно потерял сознание, у него открылась горячка, и в полночь юноша скончался на руках своей матери. Обезумевшая от горя Клеопатра бросилась к гробнице Уары и стала упрекать его, что не сберег он ее сына. В какой-то миг обессиленная мать забылась сном. В сновидении явился ей святой Уар, держа за руку ее сына. «Бог взял сына твоего Иоанна в свое небесное воинство», — сказал святой. «Он теперь предстоит престолу Божию, но если хочешь, возьми его обратно и пошли на службу царю земному». Тут заговорил Иоанн и стал умолять мать не возвращать его на землю. Он не хочет служить царю земному, временному. Он служит царю небесному и хочет остаться у него. Клеопатра услышала мольбу сына и поняла, что не должна лишать его радости. А потому она лишь попросила: «Возьмите меня с собою, чтобы и мне быть с вами». И услышала в ответ: «Скоро мы будем вместе». Так и случилось. Прошло совсем немного времени, и Клеопатра окончила свой земной путь. Она была положена в церкви святого Уара, рядом со своим сыном Иоанном. А светлыми душами теперь все они пребывают в Царстве Небесном. Равной славой сподобились они там, и в один день совершает их память Святая Церковь. Да хранит вас Господь, мои хорошие!